ты труп! Ёбаный петух, ты там заебал меня уже. Просто... уложил собачатину. Старайтесь кричать в сторону собак как можно громче, желательно каким-нибудь жестким матом. Они это тоже понимают и, возможно, испугаются. Также в некоторых случаях помогают своеобразные жесты. Можно пригрозить кулаком, можно показать ей факт. Собираемся в поход, значит, берем с собой как можно больше металлических ведер. В этой берлоге действительно много еды. Надо потихонечку дотянуться бы. Мало ли что случилось с вашими ногами, почему вы оказались, собственно, в сидячем положении. Может, накололи, может, подвихнули, сломали, оторвали. Может, с рождения у вас их, блядь, хоть было. Но неважно, вы просто сидите. Вы как бы в проигрышной ситуации, потому что вы маленький, вы долбоёб. Смотрите, если кость перебила, это уже хорошо. И не такое ели. Выжить захочешь, все сожрёшь. И вот тут резко раз, оп, и прям за голову, шею.